Что-то воробьи так сильно вроде бы кричали в окна. Вдруг раз. Что? Телефон не забыл? Нет. А еду не забыл? Нет. У тебя не было пакет с едой? Да, все Адам по изгнании из рая болел душою и много слез проливал он от скорби. Так всякая душа, познавшая Господа, скучает по нему и говорит: «Где ты, Господи? Где ты, свете мой? По что скрыл лицо твое от меня? И душа моя долго не видит тебя, и скучает по тебе, и слезно ищет тебя». Где Господь мой? По что не вижу его в душе моей? Что мешает ему жить во мне? Значит, нет во мне Христова смирения и любви к врагам? Бог есть ненасытная любовь, и описать ее невозможно. Ходил Адам по земле и от многих болезней сердца своего плакал, а умом помышлял о Боге. И когда изнемогало тело его, и не мог он уже проливать слезы, то дух его и тогда горел к Богу, ибо не мог он забыть рай и красоту его. Но еще больше душа Адама любила Бога и влеклась к нему силою самой любви. О, Адам, я пишу, но ты видишь, слабый ум мой не может разуметь, как скучал ты о Боге и как нес труд покаяния. О, Адам, ты видишь, я, чадо твое, страдаю на земле, мало во мне огня, и едва не потухает любовь.